Для криптоинвестора крайне важно работать на качественной торговой площадке. Особенно если речь идет о централизованной бирже, которой вы доверяете хранение активов. Чтобы сделать правильный выбор, нужно получить максимум информации. Поэтому мы продолжаем разбирать торговые платформы и сегодня рассмотрим OKX. Разберемся в ключевых особенностях биржи, требованиях к трейдерам и полезных инструментах для заработка, чтобы понять, насколько OKX подходит для реализации вашей стратегии и можно ли ей доверять. Всем привет! С вами Encrypted, подписываемся на канал и мы начинаем. Итак, что такое OKX и когда она появилась? OKX, который ранее назывался OKEX, одна из крупнейших и наиболее известных криптовалютных бирж. По данным CoinMarketCap, OKX входит в пятерку лучших площадок по комплексной оценке и занимает второе место по объему торгов, уступая по этому критерию лишь Binance. Компания была основана в 2017 году в Гонконге в рамках холдинга OK Group, что делает OKX еще и одной из старейших бирж в отрасли. В январе 2022 года команда провела ребрендинг, чтобы обозначить новый вектор развития площадки, не ограниченный исключительно биржевыми сервисами. В октябре 2023 года к новому бренду присоединилась лицензированная в США криптобиржа OKCoin, также являющаяся частью OK Group, поэтому, вероятнее всего, в ближайшее время у OKX появится отдельное подразделение для американских пользователей. Интересно, что в 2014-2015 годах пост технического директора OKCoin занимал Чанпен Джао, тот самый CZ, будущий основатель Binance. Однако в феврале 2015 года покинул свою должность из-за расхождения с руководством в видении дальнейшего развития площадки. На платформе можно найти все, что подразумевает классическая криптобиржа. Спотовую торговлю, деривативы, сервисы пассивного дохода, ланчпад и многое другое. Однако назвать OKX просто криптобиржей было бы не совсем корректно. По сути, это целая экосистема, предлагающая кроме классических торговых услуг, собственный блокчейн, Web3 кошелек, DeFi-сервисы, NFT-маркетплейс и другие инструменты. Благодаря этому пользователь может получить полный набор решений для погружения в индустрию в рамках одной платформы. Кто может использовать OKX? Площадка зарегистрирована на Сейшельских островах и предоставляет свои услуги пользователям из более чем 200 юрисдикций за исключением США и некоторых других стран. Для жителей Украины, кроме временно оккупированных территорий, доступны все биржевые сервисы, а также языковая локализация. Отметим, что использование конкретных продуктов вроде фьючерсной торговли может быть запрещено на территории некоторых стран. Поэтому, даже если вы можете зарегистрировать учетную запись, рекомендуем заранее уточнить ограничения для вашей юрисдикции в публичных документах или в службе поддержки OKX. Рассмотрим регистрацию и верификацию на бирже OKX. Для создания аккаунта OKX достаточно электронной почты и мобильного телефона. Дополнительно можно авторизоваться через учетную запись Google, Apple или Telegram, либо же с использованием Web3 кошелька площадки. Сама процедура регистрации занимает несколько минут. Достаточно перейти на сайт биржи и выполнить ряд шагов. Указать адрес электронной почты, ввести код верификации, отправленный на вашу почту, подтвердить номер мобильного телефона для защиты аккаунта, а после этого вы можете авторизоваться на площадке и ознакомиться с биржевыми продуктами. Доступ к некоторым открыт и неверифицированным пользователям, однако для внесения депозита в фиате или криптовалюте потребуется пройти процедуру KYC, поэтому фактически торговать можно лишь после подтверждения личности. Вам необходимо будет предоставить фото документов, селфи и указать личные данные, фамилию, имя, отчество и гражданство. Жители Украины могут использовать для верификации паспорт, ID-карту или водительское удостоверение. Проверка, как правило, занимает несколько минут в зависимости от качества предоставленных фото и загруженности сотрудников. После прохождения KYC пользователь получает полный доступ к функционалу OKX, включая торговлю на спотовом и деривативном рынках. На OKX действует специальная бонусная программа для новых пользователей, позволяющая получить скидки на комиссию или до 50 USDT на торговый счет за регистрацию и верификацию аккаунта. Еще 50 USDT начисляются при внесении первого депозита. Теперь рассмотрим то, какие продукты предоставляет OKX. OKX можно классифицировать как швейцарский нож для работы с цифровыми активами. В рамках одной платформы разработчикам удалось объединить централизованные и децентрализованные операции, обеспечив при этом высокое качество традиционных биржевых продуктов. Давайте рассмотрим наиболее важные из них. Начнем, естественно, с торговли на площадке OKX. Благодаря обширной экосистеме OKX поддерживает практически все типы трейдинга. Ключевыми направлениями являются спотовый рынок. По данным CoinMarketCap, OKX поддерживает 460 спотовых пар для нескольких сотен криптовалют и токенов. По этому параметру площадка входит в число лидирующих криптобирж. Спотовая торговля
торговля представлена в виде классического терминала, однако клиенты биржи также могут воспользоваться различными ботами или функцией копи-трейдинга для автоматизации торговой стратегии. Мы делали подробный разбор инструментов для автоматизации трейдинга на OKX в отдельной статье, ссылка будет в описании под видео. Новички также могут воспользоваться конвертером криптовалют для небольших сделок. Он проще и понятнее, чем интерфейс торгового терминала, и не требует открытия ордеров для покупки или продажи активов. Деривативы и маржинальная торговля. Деривативный рынок OKX предлагает бессрочные контракты, фьючерсы и опционы в общей сложности для нескольких десятков торговых пар, включая сравнительно малоизвестные токены вроде JO. На фьючерсной площадке предоставлены контракты, номинированные в USDT, USDC и криптовалютах, а максимальное кредитное плечо составляет 50x. В режиме маржинальной торговли можно совершать операции с использованием заемных средств с кредитным плечом до 10x. Диапазон поддерживаемых активов позволяет использовать как консервативные, так и более рисковые стратегии с включением волатильных токенов. DeFi-свопы. В рамках Web3 платформы OKX можно воспользоваться функцией децентрализованного обмена. Маршрутизатор X-Routing поможет найти наиболее выгодный маршрут для свопа и поддерживает 20 плюс сетей, 400 плюс DEX-ов и 20 плюс кросс-чейн мостов, не уступая по эффективности большинству известных агрегаторов. Дополнительным преимуществом является поддержка лимитных ордеров для децентрализованных операций. Подключиться к DEX-сервисам можно как через кошелек OKX, кстати, с интегрированной абстракцией аккаунта, так и через любой другой сервис с поддержкой Wallet Connect, включая решение для протокола Ordinals. На бирже действует динамичная система комиссий с отдельными ставками для разных режимов торговли и уровней аккаунта в программе лояльности OKX. Вот сводная таблица, ознакомиться с ней подробнее можно по ссылке в описании. Стоит отметить в целом высокое качество торгового интерфейса. Он сравнительно простой, эргономичный и кастомизируемый, что позволяет каждому трейдеру настроить отображение терминала под себя, включая цветовую гамму, расположение блоков, индикаторы и ряд других параметров. Опытные трейдеры также могут совершать сделки на OKX через интерфейс TradingView, представляющий расширенные возможности для работы с графиками. Благодаря прямой интеграции сервисов пользователям достаточно просто подключить биржевой аккаунт к торговому терминалу, чтобы получить доступ к обменным операциям в новом интерфейсе. Подробная инструкция доступна по ссылке в описании. Также у OKX есть мультичейновый NFT-агрегатор, где можно торговать классическими NFT в различных сетях, биткоин-надписями Inscriptions и принимать участие в запуске или минте эксклюзивных коллекций. Теперь рассмотрим заработок на OKX Earn. Кроме торговли, клиенты OKX могут воспользоваться программами пассивного заработка OKX Earn. Этот сервис разделен на несколько разделов, рассчитанных на пользователей с разным уровнем опыта. Simple Earn. Сравнительно простой инструмент, позволяющий получить постоянный или переменный пассивный доход за счет использования хранимой криптовалюты для стейкинга или кредитования деривативных и маржинальных трейдеров. Для некоторых токенов, помимо базовой доходности, OKX предоставляет дополнительные награды. APR для Simple Earn может доходить до 80%, при этом пользователь не рискует непосредственно активами, хотя в некоторых продуктах может потребоваться блокировка монет на определенный срок. По сути, это что-то вроде низкорискового банковского депозита. Structured Products. Более сложные решения вроде бинарных инвестиций или формата SharkFin, позволяющему зарабатывать на прогнозах движения котировок биткоина и эфира. Новичкам не рекомендуется использовать структурированные продукты без предварительного изучения и опыта работы на крипторынке. Они более рисковые по сравнению с Simple Earn и могут привести к потере капитала. On-Chain Earn. Заработок за счет on-chain операций. Ключевыми продуктами в этом разделе являются стейкинг эфира и других криптовалют с алгоритмом Proof of Stake, а также предоставление ликвидности в пулы децентрализованных площадок. Кроме того, OKX предоставляет сервис ликвидного стейкинга с повышенной наградой. Как и в предыдущем случае, переходить к on-chain earn стоит только если вы понимаете, какую именно операцию совершаете и с какими потенциальными рисками она сопряжена. Важно отметить, что при использовании платформы OKX для on-chain операций не взимается комиссия и исключается риск мошенничества. В целом, OKX Earn подходит инвесторам, заинтересованным в долгосрочном удержании актива, и может обеспечить дополнительный доход владельцу портфеля. А категоризация инструментов позволяет быстро определить оптимальный продукт в зависимости от желаемого уровня активности и рисков. Jumpstart на OKX. Третьим ключевым продуктом OKX является площадка для токен-сейлов Jumpstart. С ее помощью пользователи могут получить ранний доступ к токенам и таким образом увеличить эффективность использования капитала и потенциальный доход. На момент создания видео через Jumpstart прошли 15 проектов, при этом для распространения токенов может быть задействованы следующие штуки. Майнинг. Новые активы распределяются в качестве награды за стейкинг ОКБ и биткоина. То есть для получения токенов нужно на некоторое время заблокировать определенное количество других монет. Распродажа.
Чтобы участвовать в процессе распределения новых токенов через распродажу, пользователям нужно удерживать определенное количество токенов ОКБ. Доля каждого участника компании определяется пропорционально общему размеру пула удерживаемых ОКБ. И по завершению распродажи он получает активы автоматически в обмен на часть. И в том, и в другом случае для участия требуется определенное количество токенов ОКБ. Чем больше ОКБ, тем выше прибыль от майнинга или доля в распределении. Поэтому Jumpstart подходит для тех, кто заинтересован в покупке и хранении биржевого токена. И это не исчерпывающий список возможностей, предоставляемых OKX. Платформа также предлагает DeFi-решения и Web3 кошелек, упрощающий доступ к децентрализованным приложениям. Кроме того, у площадки есть полный спектр услуг для институциональных инвесторов и собственный сервис кредитования. Безопасна ли криптобиржа OKX? Безопасность криптовалютной биржи определяется по ряду параметров. Частично мы разбирали их в статье о том, как выбрать надежную торговую площадку в 2024 году. Ссылка будет в описании под видео. Ключевыми моментами, от которых зависит сохранность средств пользователей, являются следующие. Защита аккаунта. Для повышения уровня безопасности учетной записи клиенты OKX могут использовать двухфакторную аутентификацию. Приложение-идентификаторы, мастер-ключи, то есть физические устройства, и антифишинговые коды. Мобильное приложение предлагает еще больше методов защиты. Управление активами. 95% активов биржи хранятся на холодных кошельках для защиты от возможного взлома. Кроме того, OKX разработала подробные протоколы использования холодного и горячего хранилища для вывода средств. Они предусматривают мультиподписи, физический доступ к устройствам и алгоритмическую проверку транзакций, что минимизирует вероятность компрометации. В случае непредвиденной ситуации площадка может задействовать резервный фонд Risk Shield для оперативной компенсации потерь пользователей. Соответствие регуляторным требованиям и стандартам. OKX официально зарегистрирована в качестве поставщика цифровых активов на Бермудских и Сейшельских островах и находится в процессе получения лицензий в Дубае и Гонконге, что говорит о прозрачности и готовности сотрудничать с регуляторами. Также площадка прошла сертификацию по стандарту SOC2, подтвердив высокую степень защиты персональных данных во время их обработки и хранения. После взлома FTX, OKX стала одна из первых площадок, интегрировавших систему Proof of Reserve. Она позволяет доказать полную обеспеченность балансов пользователей при помощи криптографии и деревьев Меркла. Отчеты Proof of Reserve публикуются на сайте биржи каждый месяц и по состоянию на январь 2024 года указывают на обеспеченность основных активов в диапазоне от 100 до 104%. Любой пользователь может скачать полный отчет о резервах со списком кошельков OKX и самостоятельно проверить балансы биржи, используя обозреватели блокчейна. Таким образом, OKX демонстрирует высокие стандарты безопасности как на техническом, так и на корпоративном уровне. И в целом остается одной из наиболее защищенных централизованных бирж на рынке. Переходим к выводам. Криптовалютный рынок предоставляет обычным людям самые разнообразные способы заработка, но часто они отталкивают новичков из-за низкого качества интерфейсов и пользовательского опыта. Централизованная криптобиржа OKX решает эту проблему, обеспечивая единую платформу для различных операций и продуктов, связанных с цифровыми активами. На платформе есть несколько видов трейдинга, сотни торговых пар, токен-сейлы, пассивный доход и удобная площадка для освоения DeFi-операций. При этом биржа берет на себя все заботы по хранению и защите средств пользователей. В сочетании с большими объемами торгов, узнаваемостью и подтвержденной репутацией, эти преимущества делают OKX одним из наиболее удобных сервисов как для опытных криптоинвесторов, так и для новичков. Если это видео было тебе полезным, обязательно поставь лайк, подпишись на канал и напиши в комментариях, о чем бы ты еще хотел узнать на канале Encrypted.